покороче будет. Вот покажу. Боже милостив, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, якого истину блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Выйди оттуда сюда. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей, о Матери, силы честного, животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси и человека любец. Аминь. Боже милостив, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворить пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отверз за уста мои недостойны, восхвали имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь попием Ти сильный. Свят, свят, святости Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвиг мне Си, Господи, умой, просвети сердце, с него и отверзи. Воеже петь Ти, Святая Троица, свят, свят, святости Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приит, ико его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие рая Твоя благости, долго терпения, не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюб стал, если обычный, и в нечаянии лежащего воздвигал меня, если
Воеже утренне славословите державу Твою, ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя исповедание сердечным, и воспевайте святое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Вот после этого у нас идет одна слава, псалтырное чтение на русском языке, и потом утренние, вечерние, утренние молитвы. Одна молитва Господу Иисусу Христу, ангелу-хранителю, и Пресвятой Богородице. Но сегодня воскресный день, и сейчас мы, как всегда, в 4:40 встаем, утра, краткая молитва, идем в храм, молимся, поэтому молитва сокращенная. Далее 100 поклонов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за все Твои милости и щедроты, которые мне числа. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил меня. И в этой ночи от опасности видимых и невидимых. Аллилуйя! Не покинем смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи ее по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать. Аллилуйя! И каждому дары жилье Господу и Гавриилу, и Сергею, священнику. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да даст нам Господь жажду исследовать Священное Писание, через которое мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы,
Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Демьян Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя, и Анфиму Вениамину дай веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоним, Макарий Египетский, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, и все святые отцы, да сохранит нас Господь в святой православной вере от замысла еретиков, и всякую ересь разбей, Господи, а веру православную утверди во всей вселенной. И даруй духовное рождение свыше патриархам, папам, епископам, священникам и пастве. И водительство духом Твоим святым. Аллилуйя! Господи, благослови митрополита Ириона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнорея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, диакона Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра и Диодора, и весь священнический иноческий чин, и высший действен служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам да еще священникам, угодно тебе, смири власти и воинства их, дай им страх Божий, чтобы они знали, что над ними есть ты, царь царствующих, и Господь господствующих, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Будь милостив, Господи, к ним. Обрати их на путь истинный, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. Научи нас ценить это доброе, мирное время. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Да дарит Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Светланы, Марии, Раисы, Юлии, Елены, Людмилы, Галины, Иоанны. Аллилуйя! Господи Боже наш, услыши молитву нашу и умягчи сердца поносителей, врагов, злодействующих против нас, и закрой их уста лживые, и в судный день не помяни их в безумие, и приведи их на путь покаяния, и благослови благодетелей наших, творящих благое, Елена, Евгения, Наталья, Максима, Владимира, аллилуйя! И укрепи болящих, дай им силу все перенести, пошли им исцеление Сергея, Алексея, Александра, Фаину, Александру, Валентину, Виктора, Василия, Акелину,
И все знаешь, Господи, укрепи их. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за ласку друзей и поношение от врагов, ибо все в свое время будет на пользу. Аллилуйя. Будь милостью к нам, Владыка. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Не дай им погибнуть в этом злом недуге, ибо пьяницы не наследуют Царствие Божие. Сохрани наше сокровище, сайт и форум для многих людей трудящихся, Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Ольгу, Василия, Сергея. И благовестие через это да будет многим известно. Обрати на путь спасения Тимофея, Тимофея, Мартина, путешествующих, благослови Раису, Льва, отступников, найди Николая, Михаила и всех потерявших путь. Аллилуйя! Господи, услыши молитву нашу о всем нашем родстве. Обрати их, спаси Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! И сохрани это место и защити, дабы чуждо не могли приблизиться к нему. И всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй. Здесь исцеление наше от пожара, от воров, от нечистой силы. Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. И расширь пределы наших общин. Найди новые души, новых поселенцев, знающих Тебя, любящих Тебя, живущих в послушании и живущих там. Благослови Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. Благослови Дмитрия, Марину, Чада и Валентину, Алексея, Валерия, Нину, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Аллилуйя! Будь милостив к нам, Владыка, и между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. Исполни нас силой Духа Твоего Святого, видеть нуждающихся в нашей помощи и не быть бесплодными. Аллилуйя! И прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! И упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников и всех православных христиан и новопредставленных Олимпиаду Агафи и Иоанна. Простим всякое согрешение, вольное и невольное, ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И проведи, Господи, их души по мытарствам. Тебе слава за все вовеки. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Так, утро. Посмотри, что там у нас горит. Печка-то затопил я ее. Да. Горит. Ну так, тогда все. Слава Богу. Мы садимся сейчас, сразу делаем запись по Новому Завету. Сейчас я возьму вот эту вот.
трехтомник. Сразу записываем. Уже мы идем евреям. Записываем. Послание к евреям. А откровение у нас уже записано. Практически весь Новый Завет у нас теперь будет озвучен. Ну, еще несколько дней. Ну и все будет закончено. Все. Мы отходим тогда. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. С Богом. Да. Слава Иисусу. Ну, давай. Слава Христу. Благодарим тебя, что поучаствовал в молитве. Это воскресная у нас короткая молитва, потому что идем в храм. Если кто-то еще захочет с вами вместе молиться, вы не против? Не против. Пожалуйста. В такие дни, правда, у нас подольше будет. Там псалтырное чтение, молитвы. А так это то же самое. Все, с Богом. Вот оружие. Это не забывает, пускай кто будет молиться. Семикратно в день. 118-й псалом, 164-й стих. И тогда пенсионеры не будут в унынии, что их кто-то забыл. У тебя времени будет. Ты будешь нужен им. Тебе здоровые, крепкие будут, до министра будут звонить, помолитесь, такая нужда. А тебе Бог даст знать. Мне вот скидывают, я даже того не стою. Молитвенник барнаульский там и за землю алтайскую. Какой там, смешно даже. Ну, там стараемся, как Бог примет. Люди-то видят. Попросишь, Бог делает так. Я даже удивляюсь, они, о чем мы летом были в лагере. Ну и у нас там такое дело было. Сидим за столом, и вдруг звонок. И звонок там где-то с Челябинска, что ли. Она заходит иногда же с нами. Ее можно спросить. Елена, кажется, Ефимова. Крышу раскрыли. А тут дождь. Помолитесь, чтобы дождя не было. Ничего себе. Ну, мы сразу не стали даже оканчивать завтрак. Скорее и на молитву. Она вечером звонит. Как Бог сделал? Развеял. Как окно над нами. Над городом дождь идет, а над нами окно. И мы крышу успели покрыть, и ничего не пропало. А мы знать еще не знаем. Молитва наша ровным счетом ничего не значит. Значит, ответ на молитву. Божья милость, когда мы благодарим, и тогда Он открывает небо. А отверстие небесное открывает нам. Ну, так написано, за все благодарите. А если дай, так ничего. Надо всегда просить, благодарить и славословить. Вот три ступени. Мы ничего не изобретаем, никакого нашего учения нет. Оно из древли идет. Древнее это то, что церковь проверила и приняла. Молитесь друг за друга. А тут такие вопросы задают. А почему мы должны молиться друг за друга? Я даже не понял и вопроса. Какие места Писания есть на это? Уже знает Писание надо. Ну это здорово, конечно. Богу слава. Так, мы начинаем уже. Так. У нас что здесь сейчас? Все, можешь отходить. Сейчас мы... Надо мне скорее... Так, где у нас? Да можешь слушать, это твое дело. Нам это не помешает. Вот. Вот что. Ну вот. А, не мешает нисколько. Не мешает. Так. Все, я заканчиваю. Все, отрывай. Сейчас он установит.